Закупил трассионом 2 метровых. Это полнотелый квадрат 10 на 10. И 2 полуметровых закрутил. Полуметровые пойдут сюда вот. Вот так будут. Вот так будут. И вот сюда будет кочережка совком вешаться. Поставлю вот эту насадку на шармана. Гнутик. Вот такие вот ручки получились, я сделал. Немножко погрел, поколотил, заплющил. Это одна под кочергу, а другая под совок. Вот так примерно. Тут листики, цветочки. Тут тоже так сделано. Ну, это еще просто приварено. Тут тоже вот так покрасил, запатинировал ее листочки, цветочки. Размер у нее она вот здесь вот 45, глубина тоже 45, высота 1,20 м вроде бы. Или 1,15 м, не помню точно. Тут тоже цветочки. Совочек тоже запатинировал весь. Кочережку тоже. Тут цветочки. С этой стороны тоже так, что ее можно той стороной или этой стороной ставить. Вот такая дровница. На станке шарман можно сделать.